Парни, сколько нужно еще ждать, чтобы вы наконец поняли, что без денег вы никому не нужны, кроме родителей? Ты втираешь мне какую-то дичь. Вот подобные особи еще уважение к себе требуют. Когда содержанки наконец поймут, что это вещь, я ее приобрел за свои деньги, и я буду распоряжаться нею, как я посчитаю нужным. Захочу я сам шпипиндохать сегодня буду, захочу бомжам на ночь ее дать. Это моя собственность, я буду распоряжаться, как я захочу.